Подарки, танцы у нарядной елки, фокусы и представления. В эти выходные в торговом центре «Пушкаревское кольцо» было по-настоящему шумно и весело. Всему виной акция благотворительного фонда «Дари добро». Для ребят из многодетных семей и детей-сирот организаторы решили устроить настоящий новогодний праздник. Помогли им в этом сразу несколько крупных компаний. Мы очень быстро собрали необходимое количество ребятишек. И вот сегодня, благодаря участию и «Пушкаревского кольца», которое тоже абсолютно бесплатно, нам дали и аппаратуру, и ведущие. Фокусники и аниматоры развлекали детей совершенно бесплатно. Организаторы подарили ребятам праздник, наполненный весельем и танцами. Развлекали гостей Дед Мороз и персонажи сказок. А по завершению праздника всех детей ждал просмотр фильма. Детям очень интересно. То есть они тут сначала радостно прыгали, танцевали, потом с удовольствием смотрели на фокусника. И я думаю, они ждут, что же еще будет. Вадим, сын известной многодетной мамы Ульяновска Ванды Аисовой, в восторге от фокуса приглашенного иллюзиониста. В целом мероприятие оставило у него яркие впечатления. Было очень весело. Сначала мы танцевали, все смотрелись. Потом нам показывали очень интересные фокусы. Было интересно, может быть, кто-то даже разгадал как-то. Хочется верить, что подобных мероприятий в нашем городе будет проходить гораздо больше. Виктория Шикова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.